вокруг Луны и возвращение на Землю, но в автономном режиме, без участия людей. А почему, кстати, людей не было на Луне уже 40 лет? То есть так здорово махнула эта лунная программа, Аполлоны летали один за другим, да, люди высаживались, фотографировались, все так было здорово, интересно. Казалось, что сейчас нужно куда-то рваться дальше, а вместо этого все опять вернулось к Луне. Вы хорошо подметили, фотографироваться. Вся лунная программа, ну, вся миссия Аполлон сводилась к тому, что человечество должно было сделать самое дорогое селфи в истории. И был вопрос, кто сделает это такой селфи же ребячество и надувание щек только за государственный бюджет. Да, но в таком всеземном, всепланетарном масштабе, и кто это сделает раньше. То есть никакой там научной ценности, технической ценности в этом рывке на Луну не было тогда? Рывок мы получили в развитии. Мы получили материалы, мы получили сильный отрыв в ракетостроении, но потом это все немножко так перешло в период стагнации, увы. Сейчас есть смысл лететь на Луну? В ближайшем обозримом будущем нет. На Луне есть один как бы такой ключевой элемент, который, возможно, будет полезен на Земле. Это такой элемент, как гелий-3. Но, снова-таки, для него нужны определенные реакторы, которые сейчас только-только-только разрабатываются. То есть гипотетически они будут работать, они смогут там давать достаточно дешевую и чистую электроэнергию. Да. Вот. Но пока их нет.